Армен Ананян наставляет бойцов перед поединком. Желает провести им качественный, красивый и в первую очередь честный бой. Бессарион Бигвао у нас в синих тейпах. И Рызбек Нурматов в красных тейпах. Плотно, плотно здесь вошел в захват. И вот будет попытка проведения броска. Ох, как плотно впечатал сейчас Бессарион Бигвао своего соперника. Здесь, конечно, он поопытней. Еще одно, один интересный факт. Бойцовское прозвище Ирызбека Нурматова — Блатата Борз. Или Блатата Борз. Как уж тут звучит, я не знаю. Но такие факты он предоставил. Активно занимается он ММА с 17 лет, как переехал в Москву. Сейчас, я напомню, ему 24 года, то есть 7 последних лет. Ирызбек Нурматов провел в зале. Ну а Бессарион Бигвао — очень опытный парень, очень с большим багажом выступлений по любителям, по различного рода единоборствам. В первую очередь по рукопашному бою, по панкратиону и любительскому ММА. Вот сейчас стягивает Бессарион своего соперника. Пытается войти он в более выгодную позицию. Но при этом Ирызбек также находится в плотном захвате. Такой нетипичный сценарий боя. Не видим мы тут ударки. Такой характерной, да, стойки. Вот здесь опять стягивает, стягивает вниз Бессарион Бигвао своего соперника, повалил. На прошлом юбилейном турнире, напомню, Бессарион Бигвао победил ветерана Беллатор Грачика Базиняна. Причем сделал это в довольно-таки уверенной манере. Переиграл выносливостью и постоянным прессингом. В такой невыгодной позиции сейчас находится Ирызбек. Счет 2-1 в пользу сборной Киргизии. Бессариону нужно сделать все, чтобы сравнять счет. И тогда все будет решаться в пятой встрече. Напомню, что этот поединок должен был состояться в весовой категории 77,1 килограмма, но по взаимной договоренности была достигнута категория 80 килограмм. Хорошо, плотно здесь работает Бессарион. И вот он, Борс, Борс включился. Слышим мы его рыки снизу. Не хочет он, неприятно ему получать такие удары. Ох, как плотно здесь попал Бессарион по Ирызбеку. Такой вязкий бой. Удары не такие частые, но очень увесистые. Ух ты, вот это пробил сейчас Бессарион. И навстречу попал сейчас по Ирызбеку. Провалил, провалил соперника. Плотный захват, плотный удушающий захват от Бессариона Бигвавы. Вот это удушающий прием, вот это удушающий прием, вы посмотрите. И пытается пройти в ноги здесь Ирызбек. Вытолкнул он его просто за ринг сейчас. Бессарион. И видим мы, как открылось кровотечение со стороны у Ирызбека Нурматова.
Вот это эмоции. Все правильно сделал Армен Ананян, так как соперник выскочил за пределы ринга. Бой вернулся именно в ту позицию, в которой он закончился. А именно в позицию, когда Виссарион находился сверху и добивал Кырысбека. Ну что, вот так завершился у нас первый раунд. Очень кровавый на самом деле оказался раунд. Вы посмотрите, как разбит нос здесь у нашего Борза из сборной Киргизии. Очень хладнокровно действовал Виссарион Бигвава. Мне интересно, что скажут тренеры своим ученикам. Ждем второй раунд. Настроен Ырысбек, но не менее, а еще и более настроен Виссарион. Очень хладнокровно он действует всегда в своих поединках. Пошел вперед Ырысбек. Хорошая работа здесь. Хладнокровная работа со стороны Виссариона. Плотно он работает. Очень вязко. И при этом хорошо и очень мощно бьет. При этом Ырысбек... Ух ты, опять как сбил! Вы посмотрите, как сбил он! Виссарион своего соперника. И снова попытка проведения удушающего приема. Север-юг. В стиле Джеффа Монсона сейчас от Виссариона Бигвавы. Какой плотный захват, какой плотный север-юг. И вот она! Вот она, сдача! Виссарион Бигвава выводит матчевую встречу сборной России, сборной Киргизии. 2-2. Все решится в последней схватке. Поздравляем. Поздравляем мы сборную России. Поздравляем мы Крым и бойцовский клуб «Торнадо». Они молодцы. Сравняли счет. 2-2. И Виссарион Бигвава выводит свой рекорд. 3 победам и 2 поражениям. Хорошая, слаженная, хладнокровная работа. С каждой минуты. Все для победы. Приглашается представитель Всемирного союза турок Ахыска по России Низам Бадалов и трехкратный чемпион мира по ММА Ансар Чалангов, один из организаторов сегодняшнего турнира. А в этом поединке за 49 секунд второго раунда победу удушающим приемом одержал спортсмен из синего угла Виссарион Бигвава.
сейчас проиграл, тогда уже матчевая встреча была бы. А сейчас счет 2-2. Или только думал только о себе. Неправильная постановка, но суть ты понял. Никогда не думаю только о себе. Дай бог, мой соотечественник заберет третью победу. В его руках и в руках Господа. Хотел сказать спасибо большое залу и всем местным ребятам, и тем, кто приехал за мне поболеть с Крыма. Я вас слышал, спасибо большое. Вы моя самая любимая команда. Родители даже с детьми приехали, мне очень приятно. Хотел сказать спасибо огромное моему родному клубу «Торнадо», моему тренеру Чурилову Сергею и президенту нашего клуба. И в этом году лучшей федерации ММА, которая удостоилась занять первое место, ее президента Цоя Владимира Геннадьевича. И огромное спасибо моим друзьям, бойцам и их тренеру и тренерам бойцовского клуба «Кузня» в лице Олега Перевертунова. Спасибо вам большое за этот лагерь. Была проделана огромная работа. Я рад, что мне удалось никого не расстроить. В первую очередь себя. Будем двигаться дальше. Буду рад вас видеть. В Ростове дерусь третий раз. Очень теплая публика. Спасибо вам большое. Спасибо большое организаторам «Легион Файт». Отличный турнир. И скажу от себя, ринг для меня более привычное место. Получаю большое удовольствие, выходя в него вновь. Спасибо. Есть Орел Би-2. Аплодисменты. Спасибо.